все за яблоками, видишь? 23 сентября 2023 года. Подъехали к плодово-ягодной станции. Боховское шоссе 88, вот дом, например. Там Болхов, в ту сторону, это вот остановочка. А мы сейчас посмотрим, что тут у нас с яблоками. Саженцы НИИ селекции плодовых культур. Магазин «Яблоки». Там розница. И посмотрим, что там еще продают. Саженцы нас не интересуют. Тут прям очередь. Вы попробуйте, тогда узнаете, как... Я рождественский брал в прошлый раз, они, правда, жестковатые. Смотреть, что хоть тут продаем. И мед 0,650-160 кило 250-300. Мед дешевый. Яблоко 75 рублей, яблоко 50 рублей, яблоко 60 рублей, ну ясно. Посмотрим розницу, что там продают. Ну мед туда дешево. А тут у нас полежат они, очень хорошо лежат. По 70. Только снятые из дерева, они. Слава победит. Не 70. 75. Не скажу. 85. У меня все яблоко белгородское. Мелкие 45. Рождественские 85. Таня скрыт медовый хруст. Медовый хруст 85. Вот это, наверное, самое лучшее, да? А какие помягче такие сладкие? Медовый хруст? Вот медовый эти? Хруст твердые. Твердые? А какие помягче и сладкие старикам? Пристально сладких нету. Ну, мягкие. Вот эти послаще будут. Помягче какие? Ну и помягче, и послаще. Вот эти, да? А попробовать можно? Да попробую, сейчас там где-то отрезанное туда. Как называется? Россошанское. Россошанское. А вы, мужчина, что ищете? Сейчас я думал, вы магазин тоже. А магазин, ну, так, ничего вообще. Не сказал бы, что очень сладкие. Та, вон та еще остановка. В сторону Болхова. В общем, вот оно, Болховское шоссе. Там Орел. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал «Видео из Орла». Вот такой небольшой ролик про цены на яблоки. Плодово-яблочной станции.